В этом году международный турнир на призы Мозырского нефтеперерабатывающего завода проводился уже в 8-й раз. И после годичной паузы в прошлом году календарь республиканских соревнований не позволил провести это состязание. Волейбольные команды трех стран вновь собрались в столице Полесья, дабы в течение 3 дней участвовать в волейбольном празднике и дарить радость многочисленным болельщикам, посетившим спорткомплекс «Мозырсоль». Хочу сказать, что очень здорово, что благодаря Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу Мозырь имеет возможность принимать такой турнир. И состав сегодняшних участников на самом деле подтверждает, что Мозырь достоин проведения сильных турниров, мощных, с участием команд России и Украины. Гостями турнира стали команда «Галичанка» Тернополь, «Северянка» Череповец и «Спарта» Нижний Новгород. Вместе с нашей «Жемчужной Полесья», которой исполнилось 10 лет, этот квартет команд подарил зрителям настоящий спортивный спектакль. И не останавливаясь подробно на каждом матче, это мы сделаем в волейбольном обозрении, отметим стартовую победу команды нефтеперерабатывающего завода над украинской волейбольной дружиной 3-2, последующее поражение со счетом 0-3 от «Спарты» Северянки, а также третье место, которое заняли подопечные Михаила Михайловича Коваленко и Сергея Алексеевича Рута, опередившие «Галичанку» и пропустившие вперед «Северянку» и «Спарту», соответственно, победителей и серебряных призеров турнира. В целом турниром доволен то, что удалось пригласить российские команды. Вот именно с агрессивной подачей такой мы не сталкивались, в нашем чемпионате ее нету. Как раз обрисовалась та картинка, над чем надо работать, весь свой брак. Слабые места мы, скажем так, и так знали, но здесь они более ярко очертания проявились. Кроме командных призов, разыгрывались индивидуальные награды. И приятно отметить, что лучшей пасующей турнира стала наша Анна Капко, а сильнейшим игроком «Жемчужной Полесья» на этом турнире была признана Полина Фатулаева.